Мы находимся сейчас в Приморском парке города Цимлянска. Предлагаю вашему вниманию посмотреть, как ремонт здесь проходит. Начнем, допустим, вот бордюры как выложены. Идем дальше, следующий бордюр. Вот он у нас ровно идет. А тут, видать, проводу, наверное, мешал. Вот так вот его подвинули. Теперь он так и будет здесь лежать, наверное. А тут следующая красота. Вот так вот тоже положили красиво все. Ну, вот здесь тоже все так вот четко подогнано. Вот здесь, я так понимаю, будет клумбочка. Так она сказочно тоже выложена. Вот здесь тоже бордюр шел. Шел и перешел. Технологический разрыв. Идет. Опа! И тут он что-то как-то сикось, в кость пошел. Идем дальше. Вот такая красивая дорожка у нас выложена тоже здесь. Опа! Сделал. Здесь провал тартаровый. Это наша ротонда красивая. Ступеньки и смотрим, как оно чудно лежит здесь. Ну, вот это вот куски мусора, куски асфальта, которые ремонтники, строители сюда прям сваливают. Вот это явно мешок со строительным мусором тоже. Такая красота у нас, целлофан деревья украшает, которым тоже на поддонах плитка накрыта. То вот тоже мы дальше идем по аллее. Тут такая красота.